Приветствую, дорогие друзья, с вами Паркер. Сегодня хочу показать очередного участника передачи «Очумелые ручки». Ну, знаете, смоки убирать из игры, видимо, в новом году уже как бы не в моде. Так что данный персонаж у нас пошел дальше. Решил убрать кусты с карты. Да, представляете, блять, кусты. Ну, знаете, как девочки у нас бегают по кустам в туалет. Вот и наш петушок также. Постоянно сидит в зиге в кустах, и это, черт возьми, весело просто до охуения. Вы уже успели, наверное, заметить, как он там поводил прицельчиком. Теперь давайте посмотрим этот момент с квадратами. Такой бжук провел прицельчиком ровно по квадратам. Ну, совершенно очевидно, что у челика кусты отсутствуют. Ну, блять, они же мешают. Ну, видите, блядь, приходится их убирать, блядь, чтобы они не загораживали видимость. Естественно, этот чертобес умело пользуется данным преимуществом. Вот так постоянно просто сидит на жопе, блядь. Ну и, естественно, вот так вот пытается всматриваться через два куста, через дымы, блядь, похуй, там, ну, там вообще ничего не видно, в любом случае бы было, но он все равно у нас всматривается, потому что у него кусты-то отсутствуют. В очередной раз сел, ручеек потек, глина полезла, готов принимать. Потом подумал, надо все-таки подвигаться, да, баребухи стряхнула и побежала в малый. Давайте посмотрим фрагменты еще из одной карточки. Здесь у нас экшончик побольше, пистолеточка. Сейчас он будет тащить вот так вот у нас через кусты, блядь. Водит по моделькам, пытается куда-то попасть. Ну, куда, непонятно куда, да, но с квадратиками, я думаю, будет яснее и нагляднее. Давайте посмотреть. Это просто превосходный скилл. Ну, совершенно очевидно, что просто блестяще он у нас отыграл пистолетку. Ну, вы знаете, он у нас очень похож на педофила, который сидит постоянно в кустах и высматривает жертву. Видите, да? Вот, ну, каждый раунд просто занимает зику и постоянно сидит. Это просто какой-то нонсенс. Не, естественно, я в ахуе, да. Челикам в 21 году заняться вот просто больше нечем, да. Они просто кусты с карт убирают. Я вот не понимаю, как вот, интересно, их не тянет блевать от них самих. Ну, это же по факту это просто мусор, потому что игре уже как бы 21 год, и эти мрази до сих пор не могут оставить эту игру в покое. Каждый раз придумывают все новые и новые ухищрения, чтобы получить преимущество. Эх, ладно, черт с ним. В общем, всех хочу поздравить с началом нового года. Вот. Ну, а с вами был Паркер. Удачи вам, любви, терпения. До скорых встреч. Пока.